Добрый день, я Криковцев Сергей Михайлович, председатель 209-го участковой избирательной комиссии. Наша участковая комиссия – это юридический институт, находится в 9-м корпусе, где будет происходить голосование 27-го числа. На сегодняшний период времени у нас осуществляется голосование на территории нашего участка. Очень большое внимание мы уделяем жителям. Мы стараемся, чтобы каждый из жителей не остался незамеченным, чтобы было охвачено всех жителей желаниями проголосовать. Иногда, вы знаете, приходится голосовать на дому у тех людей, которые плохо передвигаются. Они сами не смогли бы прийти в день голосования. Они очень рады. Они очень рады, что осуществляется воссоединение с Россией. Мы входим в свой родной дом. Они очень рады тому, что им уделили внимание, что они чувствуют, на них тоже голос нужен и важен для их будущего и для будущего всего нашего общества. За период голосования у нас идет уже второй день, заканчивается голосование. Проблем никаких не было, никаких нарушений не было, конфликтов никаких не было. Все люди очень относятся с пониманием, доброжелательные. Очень хорошо, поэтому проблем на сегодняшний период времени у нас нет.